Была у меня первая запись трудовой книги. Здесь прошли тяжелые 90-е годы. И я сегодня с радостью хочу поздравить всех вас с праздником. Я увидел сегодня многих своих друзей, с тем, с кем я работал, многих молодых ребят, которые подросли. И я скажу, что Павловке есть чем гордиться. Я совсем недавно был во Львовской области, со Львова заехал в Броды. И скажу, очень приятно было, когда узнали, что я с Белокуракина, и сразу же сказали о павличанах, о их задорных песнях, о хороших речевках и вообще о хорошем состоянии. Спасибо, вы оставили очень-очень хороший след там. Так держать. А сегодня я хочу всех вас поздравить. Поздравить с праздником, поздравить каждого из вас, поздравить каждую семью. Здоровья вам, благополучия, мирного неба. И сегодня очень много молодежи, и я хочу и дарю вам праздничный фейерверк на вечер. Пусть салют озарит ваш праздник. С праздником вас всех! Дорогие жители села Павловка, дорогие гости, дорогие братья и сестры, сегодня не только юбилей, десятилетнее проведение этого праздника в таком формате. Сегодня также историческое событие. Впервые престольный праздник святых Петра и Павла, покровителя этого селения, был отмечен торжественным богослужением в храме, в новом храме, который серьезными трудами воздвинут, оформлен в этом селении. Имея возможность к общественности обратиться, хотел бы поблагодарить всех тех, кто прибежал, это радостное мгновение. И своим трудом, и своим вкладом и материальным, и трудовым, и моральным, и молитвенным, самое главное. И пожелать всем вам дополнение к высказанным пожеланиям духовного роста, духовного совершенства, духовного развития, процветания, возрождения в этом селе. Без духовного возрождения не будет материального благополучия. И что общими усилиями, общей молитвой, общим трудом, надеюсь, что всегда будет дорога к храму,